Добрый день! Сейчас я вам расскажу, что происходит с золотом, он же лом драгметалла, когда вы сдаете его ювелиру. Это могут быть вот такие колечки, вот такие колечки, может быть вот какие-то цепочки. Все это кладется в один замечательный тягелечек, рядом изложница. Радио Рекорд заглушает ведущего этой передачи. Никаких фокусов. Обычная зажигалка. Специальная горелка фирмы Сапфир. Ну так, между делом. Титановая палочка. Ну и, в принципе, что происходит дальше? Включаем горелку и начинаем плавить. Этот момент можно протянуть. Все это посыпается специальным образом, таким порошочком. Это никакой не кокаин, это просто специальная штука. Ну, кто оценит шутку, кто нет. Ведущий уже понюхал этой штуки волшебной. Можно добавить джаза в горелку. Ну, для справки могу сказать, что здесь порядка 80 грамм золота, 585 проба. Когда сейчас это все сплавится, получится брусок чуть меньшего веса, с помощью которой можно превратить проволоку там заданного диаметра, чтобы сделать красивую цепочку. Компрессор, да, немного шумно, и радиорекорд уже не слышно.